Всем привет! Сегодня у нас видео про Hummer, который вот сейчас заезжает. Мы поставили сюда аудиосистему Роми Жигану. Сейчас посмотрим на сам конфиг музыки, да, послушаем его отзывы о тачке. Но сначала мы будем производить именно финальную донастройку конкретно под владельца, конкретно под его запросы. Ром, ну скажи, долго ждал тачку? Братик, 7 месяцев, если полный, да, значит, тюнинг, это Chevy Plus, это с Line X, это с GMI Detailing, конечно же, с Alphard Custom. 7 месяцев. Ну, именно здесь она простояла месяц, по-моему, полтора. Ну, то, что пацаны сделали, это, блядь, что-то с чем-то. Это просто нереально. Теперь вместо головной системы здесь iPad. Это очень круто. Это, ну, то есть, iPad, он более интуитивный. Там не надо тыкать в эту китайскую вот эту вот панель. Там она не слушает тебя, ничего не делает. Пожалуйста, iPad-ик. Все. Аудиосистема была выполнена именно по запросам. Рома хотел именно такую реализацию. Хотел реализовать iPad, не хотел головных устройств, чтобы это все выглядело максимально современно. И еще я добавлю, я попросил ребят сделать все в штатные места. Не делать как Hummer Тема из Alphard, ну вы видели, да, там целые ули на одной двери, целые ули на другой двери. Это тоже круто, но у него шоу-кар именно для разных, значит, как называются ваши эти... Соревнования. Соревнования, да, по автозвуку. У нас же не для этого. У нас есть слушать хип-хоп, слушать рэпчик в тачке, наваливать треки новые. То есть, блин, кайф. Сделали так, что дух захватывает. Мы сейчас ехали, я проверил, дух захватывает. Изнутри просто дух захватывает. Да, на самом деле это сейчас будет не первая реакция, потому что Рома вчера забрал тачку из GMI Detailing, там делали салон, делали вот все-все-все, что с этим связано. У нас была музыка. Я в восторге, я знаю, что... Я всегда это говорю и говорю всем, лучшие по автозвуку это Alphard Custom. Обращайтесь именно к ним, это круто, это реально круто. У нас сейчас будет производиться финальная донастройка всего оборудования, которое, кстати, вы видите, да, где расположилось, под задними сиденьями. Благо, место в Hummer позволяет это все здесь культурно расположить, не затрагивая вообще никак абсолютно багажник. То есть все усилители расположены вот здесь. Настройка у нас тачки происходит с помощью... Ну, сейчас мы пароля не знаем. Только пароль знаем, да. Можно подключаться и с AUX, и с Bluetooth. То есть вставляется iPad сюда. Ромчик, а где? Заряжается? Он заряжается. Да, а мы покажем. Видите, это все покажет. И все. И мы все рулим с процессора. Все отлично. Никаких... Весь прикол в чем Hummer'а. Кто-то ставит 2D-новые здесь головные устройства. Китайские какие-нибудь там, я не знаю. Или супер дорогие. Да, но смысла нет, если у вас есть процессор. То есть с iPad намного круче, потому что iPad устройство более мультимедийное. Есть карты, есть YouTube, вставляешь симку, у тебя интернет в любой части света, где он есть, по сути, и все. Вытащил iPad и пошел домой. То есть кто-то в машину посмотрел, даже если захотел у вас украсть вашу магнитолу, да, здесь ничего нет, здесь просто рамка. Вот, ну да, вот таким образом. Мы подключили ноут, открыли программу, у кого есть M8 DSP, все знакомы с данной прогой. Здесь можно максимально широко настроить любую аудиосистему, потому что это 8-канальный процессор, который здесь. То есть как угодно, практически любой конфиг можно настроить, что в SPL тачках, что в SQ, как бы. Процессор очень универсальный в этом плане. Надо громче. Ебать! Ну, короче, да ничего, Роман, привыкают быстро. Да. Будешь ездить. Песня разная. А сколько ты, 28 разные. Включал? Это нормальная музыка славянская, пацаны. Сейчас скажут, вы расисты. Похуй, пусть говорят, что хотят. За
апгрейдом не приедешь, скажешь, мало мне стало. Нет, брат, а ну смотри. Смотрите, iPad mini. Смотрите, какой кайф. Есть. Вот так вот мы его ставим сюда. Вот так мы его ставим. Вот так мы его ставим. И все. Вот, давайте, вот на этом я всегда звук проверяю вообще. Любые мониторы, любая студийная акустика я проверяю на этом треке. Это Фил Коллинз. Это, мне кажется, эталонное звучание. Самое главное, ребят, чтобы вы понимали, обычная магнитола, она играет MP3 формат. У iPad свой формат, и он лучше, чем MP3. Это почти WAV, то есть качество звука гораздо лучше. И это нереально круто. То есть ты получаешь всю палитру звуковых красок, когда слушаешь трек. Я имею там 3 студии звукозаписи, я немножечко разбираюсь в этом. Но пацаны здесь в Альфард Кастом разбираются гораздо лучше. И они сделали это очень круто. Мы все время, вот уже второй час, пока здесь находимся, Тёма настраивает звук, он реально, он заморочился, он настроил его. И, блин, ну это, я не знаю, как передать словами. Это, чтобы понять, это нужно сесть в тачку и послушать это внутри этой машины. Это нереально круто. Благодарен Альфард Кастом. Я благодарен этим ребятам за профессионализм, за то, что они сделали в моем любимом Хаммере такой звук. I told her meet me in the back. That ass fat and she don't know how to act. When she back that thing up on that nigga, it's a wrap. I'm just tryna hit it once, I'ma take it to the back. Think she came in with a man, but she leaving with me, yeah. Cause she know that I'm the man. Said she got a plan and she know me from the gram. Oh man, I think she might could be a fan. Made me think twice, so it might could be a scam. Oh yeah, might be fire. Немножечко покатались по Ростову, но поскольку Рома захотел красивых кадров с квадрокоптера, больше будет красивых кадров с квадрокоптера, нежели Валева. Основная твоя задача, вот какую ты хотел музыку получить? Ты ее получил, покатался, послушал. Я получил хорошую качественную музыку втройне. Даже, наверное, в 5 раз превысило мои ожидания. Самые смелые, самые, неординарные фантазии в плане, музла в машину, ребята просто исполнили на 1000%. Ну, то есть этот сабвуфер, я в восторге. Я в восторге от этого сабвуфера, ребята, от того, как он звучит, от того, как он выглядит, от того, как он притягивает. Просто вот так вот открываешь вечером багажник, включаешь музыку, люди просто проходят мимо, открывают глаза, смотрят, подходят, фоткают. Это круто. Ну, то есть, смотрите, основная задача была по максимуму реализовать звук штатно. То есть, если мы сейчас посмотрим и откроем любую дверь, начнем спереда, да, то у нас динамиков не видно. Здесь у нас штатная тема. Да, и только, сейчас это пик перейдем. И только вот здесь у нас внедрились пищалочки Ганнибал TH25, да? Только это выделяет автомобиль. В задней части у нас, ты что хотел, Ром, показать? В задней части у нас тоже TH25G установлены именно таким образом. И в штатных местах уже установлены сильвестры. Ты пропал, на тебе там микрофон, что ты по задней двери хотел сказать? Да. Хотел огромный привет передать ветеранам боевых действий, которые подарили мне этот замечательный АК-103 ММГ, макет массово-габаритный. Посмотрите на него. Это реально Калашников, собранный в Ижевске, на том самом знаменитом легендарном заводе. И вот, ребята, ветераны с боевых действий подарили мне его. Мы искали как раз охлощенный АК, потому что нам пришла в голову эта безумная мысль и идея сделать такой САП. Я долго искал. И в итоге ребята меня поддержали, за что им огромное спасибо. Сейчас будет видео, огромный привет им. Значит, что я могу сказать насчет альфардов? Бля, да у меня слов нету.
я не ожидал, что получится так круто. Как бы, ну, на словах, знаете как, Лев Толстой, а на деле. А вот тут все наоборот, пацаны просто исполнили на 1000%. Говорили мало, а сделали много. Говорили не так ярко, а в итоге я просто в шоке, мне нравится. Я всем советую. Если вы хотите прокачать свое авто, если вы хотите крутой звук, если вы хотите удивлять людей на улице, обратитесь в Alphard Custom. Эти ребята умеют удивлять, честно. Это не просто реклама, это не какой-то рекламный слоган, это не какие-то там рекламные договоренности. Нет, просто это наш совместный проект с пацанами из Alphard. Сейчас давай затестим подсветку. То есть посмотрите, у нас разные цвета. Подсветка, но надо вечером. Надо вечером, безусловно, поскольку у нас еще не до конца, как видите, вечер. Самое яркое, что здесь есть и что схавало наш багажник на 70%, это сабвуферное звено, в котором внутри установлен АК, который вы видите. И два 305-х дефбонца, которые залетели в этот ящик, валят очень здорово. Кстати, мы сделали короб, ну, чтобы он играл максимально широкий спектр, да, диапазон, чтобы можно было и низеньких негров послушать, чтобы можно было и твою любимую классику заслушать, которая валит как раз таки вот эти 40 Гц. Мы сегодня уже отслушали и бумбэп-рэп, и новую школу, и рагамаффин, и там старый русский добрый рок, и металлику. Мы послушали очень много разного музла, и я вам скажу, ребят, звучит все очень круто. Начинаем с сердца нашего. Это у нас Мачете М8 DSP, вот он, 8-канальный процессор, именно через него все рулится, то есть ты к нему подключаешься через Bluetooth, вот здесь у нас Bluetooth модуль, подключаешься через любой телефон, через планшет, и у тебя реализовано то есть звук, то есть никакой магнитолы здесь нет, здесь именно в передней части есть место под iPad, который ты ставишь, и он выполняет тебе и роль как раз таки головного устройства, роль навигатора, то есть такое самое лучшее универсальное мультимедийное устройство, которое быстрее, чем любая двухдиновая голова по факту. То есть максимально ты адаптируешь звук, максимально настраиваешь под себя, и у тебя есть все. Звуки, видео, навигатор, в общем, абсолютно все. Это очень удобно, и многие как раз таки переходят на такой конфиг. Ну а в рамки обычной повседневной тачки это вообще топ. Дальше по аудиосистеме. Здесь под сидушками, поскольку у нас много места в хаммере под сиденьями, расположились все усилители. У нас идут на пищалке MMA-270D. 2800-й апокалипсис питает наши 305-е девбонцы. И АК-200 на 1 на 4, это соответственно у нас питает задние двери, в которых установлены сильвестры, и передние двери, в которых у нас уже установлены Арнольды. Для более лучшего прослушивания, именно когда ты сидишь за рулем, у нас в стойках установлены вот таким образом пищалочки, доворот которых как раз таки направлен на слушателя. В общем и все. Ну а в передней части, Рома, где наш планшет? Установка головного устройства. Все очень просто, ребят. Вот так вот ставится планшетик и прямо в пазы. Оп-оп. Все. Опчик. И на магнитиках. Все, он никуда не денется, отлично. Если ты боишься, что у тебя его украдут, соответственно, он быстросъемный, ты его снимаешь и все. То есть максимально такая универсальная система для повседневного. А поскольку у Ромы это единственный автомобиль, на котором он передвигается с семьей, это такое must-have решение. Да, мы сейчас у него забрали большую часть багажника, но в хаммере же огромное место в салоне. Можно разместить сумки в салоне. Ну, или в крайнем случае SAP можно отключить. Это тоже была задача сделать съемный короб. Да, его проблематично, конечно, вытаскивать и снимать, но тем не менее. Помимо звука, автомобиль у нас разбирался до нуля для того, чтобы произвести полную шумо-виброизоляцию, которая и была проделана абсолютно всех элементов. После чего весь салон отправился к ребятам в GMA Detailing. Тебе там перешили салон, я так понимаю. Они сделали перетяжку сидений. Перетяжку сидений, весь пластик. В общем, много чего парни сделали. И совместными усилиями получился обалденный хаммер. В общем, этот автомобиль такой, который приобретается себе навсегда, улучшается максимально. Изначально он прошел первый этап в Chevy Plus, где сейчас стоит и восстанавливается Escalade. Yeah.
То есть по технической части это была первая задача по всему. Дальше приехал к нам, шумовибра. Безусловно, еще осталось проделать все равно много работ над автомобилем, чтобы он выглядел как с иголочки, потому что салон-то мы отдали на перетяжку, но вот ребята не смогли найти обшивки на Хаммер. Вдруг у кого-то есть обшивки на Хаммер, зашлите Роме, потому что их нужно перетягивать. Весь салон у нас абсолютно новый, да, то есть все перетянуто, все в идеале. Но обшивки остались старыми. То есть мы ждем появления в России данных обшивок и уже доделываем автомобиль, будет все перетягиваться, дверные карты, и будет все нормально. Сейчас мы едем с вами там, где и делался проект в течение месяца, это Вольфарт Кастомс. Его слушаем, включаем, как раз таки чуть потемнеет, и можно будет нормально заценить вот эту подсветочку в коробе с калашом. Ром, ну у нас заключительная часть видео, по факту получается. Давай трючок, который ты порекомендуешь всем послушать, на свой вкус, так скажем, на вкус и аромат сделай. Вот у нас уже подсветочка, которая может быть абсолютно любым цветом, синяя, зеленая, сейчас она вообще меняется. У Пинейра у нас как раз таки на всех открытых дверях. Строить мы здесь должны, счастье передвижны. Наше богатство вашим приставам. В общем, на сегодняшний обзор проекта Hummer H2, любимый автомобиль Ромы Жигана, закончен. То есть это рэп-тачка, специально для рэп-кар, чтобы слушать именно это направление. Поэтому у нас крутая басуха, крутой фронт, который была поставлена цель реализовать штатно. Мы ему говорили, давай мы тебе забабахаем двери, давай сделаем много динамиков. Он говорит, нет, хочу все штатно. Вот максимум я готов отдать штатно, под растерзание багажника. Консервативно, консервативно, штатно. Но когда решили делать вот этот удивительный САП, я сказал, пацаны, САП делайте так, как вы его увидите. То есть мы все равно советовались, у нас идеи мы вместе как бы эти реализовывали, но сделали их вы, но это круто. Все, поздравляю с проектом, я знаю, у тебя еще много работы над ним, поэтому желаю удачи. И Рома сейчас уже отправляется домой, поэтому все, счастливой тебе дороги. Продолжаем, ребят, подписывайтесь на канал Альфард Кастом, подписывайтесь на мой канал Рома Жиган. И еще, братва, подписывайтесь на наш YouTube канал Тюнинг Проекта Автопрожарка.